Уважаемые выпускники школы Сколково-Тамбов, дорогие учителя, уважаемые родители, сердечно поздравляю вас с замечательным праздником, с последним звонком. События последних месяцев показали, как может резко измениться наша жизнь, и все то, что было привычным, теперь мы делаем с вами в новом формате. Мы все помним эти прекрасные праздники, которые проходили в школе, когда мы, веселые, нарядные, красивые, стояли на линейке. Теперь, в связи с известными вам обстоятельствами, мы поздравляем друг друга в онлайне. От этого наше отношение друг к другу и наше отношение к происходящему не стало иным. У всех у нас сегодня хорошее настроение, потому что позади еще один очень важный этап в жизни каждого ученика. Дорогие учителя, огромное спасибо вам за то, что все последние месяцы вы были рядом с нашими детьми. Помогали им, воспитывали их, старались, чтобы они выросли достойными гражданами нашей великой России, нашей любимой Тамбовщины. Уважаемые родители, огромная благодарность вам за то, что вы были всегда рядом с вашими детьми, помогали им в учебном процессе и делали все, чтобы воспитать достойных, уважаемых граждан нашей великой Родины. Дорогие выпускники, вне зависимости от того, как сложится ваша дальнейшая жизнь, вне зависимости от того, какой вы выберете дальнейший путь, мне хотелось бы вам пожелать не только здоровья, счастья, всего самого доброго, но и, пожалуй, главное, чтобы ваша дальнейшая жизнь была связана с нашей родной, любимой Тамбовщиной и с нашей великой Россией. С праздником, с последним звонком!